Определены лучшие. В Иванове завершился второй этап первенства города по пейнтболу для детей. Золото досталось команде «Русичи». Теперь она и еще 15 сильнейших команд по итогам двух этапов примут участие в финале первенства. Он намечен на 4 августа. Битва за победу обещает быть по-настоящему жаркой и красочной. Главное, чтобы погода не подвела. У нас нет никогда такого недостатка участников, и мы из раза в раз собираем порядка 20-24 команд. Все дети охотно принимают участие. Практически каждый этап – это новички. То есть вот на втором этапе принимали от ДЮСШ номер 6 две команды всего. Остальные, там 19 команд, это были дети с наших городских улиц. Кто захотел принять участие, тот и участвовал.